нельзя, говорит, его грохать. Все. Он пускай он тебя грохнет, а потом уже будем разбираться. Вот так у нас говорят. Вот так, вот. А вот пока вот так это будет, вот это будет, вот это будет, вот такая херня, вот когда он говорит, тебя убьет, а мы с ним потом разберемся. Вот эта херня, вот когда вот. А вот и сделайте так, чтобы этой херни не было. Сделайте вот так, чтоб я его грохнул, а не он меня. Вот если это сделаете, тогда мир будет намного раз краще и чище. И тогда и дышать легче будет. И кислорода будет больше в этом мире. А вот пока вот эта херня существует, ты не трогай, пускай он тебя сперва убьет. Вот это у нас не могут понять. А вот это везде и всюду, и каждодневно, и ежечасно, и ежеминутно происходит эта херня. А человек не может это сделать. Он бы рад сделать, но не может. Даже может старушка, да, вот такого здоровяка бы завалила. Но не может эта старушка тоже ничего сделать. Потому что это приказ такой. Сперва надо старушку замочить, а потом его посадить, этого преступника. А и преступника посадить, а что его куда посадить? Его в пятизвездочный отель посадят. Он там будет жить красиво, да. Ему все там будет помывать, и коньяк, и все, что такое. Он только как гавнет рядом. Вот, все. Ну, что я еще могу сказать? Я время теряю, у меня деньги нет. Пива я не пью, у меня уже во рту сухо. От этой болта.